Давайте посмотрим, о чем он молчит. Первый, второй, третий вариант. Поехали. Первый вариант. Он молчит о том, что он пока вас не понимает. Он не знает, на каких вы сейчас находитесь вибрациях, вообще мыслях, да, действиях. Он тут считает, что вы от него отстранились и холодное в данное время. Он считает, что вы с ним находитесь, да, в таком как бы состоянии несправедливости. Второй вариант. Ну, тут мужчина хочет сказать, что он будет добиваться вас в любом случае, что тут мужчина не хочет отступать, как-то заканчивать отношения. Здесь, если вы ему даете отворот-поворот, то мужчина, безусловно, будет действовать, потому что вы для мужчины в данное время интересны. Третий вариант. Тут мужчина хочет настроить с вами семью, что-то совместное, да, тут мужчина хочет как-то проявляться в вашу сторону, но пока у него есть какие-то проблемы, связанные с деньгами, либо мужчина сейчас в данное время делает акцент на его работу. У мужчины, кстати, не будет совсем вот-вот, да, скоро какая-то получка денег.